Решили формировать крону. Поздно уже, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. Куда уже? Не хочу, чтобы они у меня вырастали, как в лесу. Огромные сосны. Некоторые рекомендуют делать это руками. Но я вам скажу, я уже обрезал большие ветки. И нормально. Ну, не настолько, может быть, красиво будет первый год. Руками не обязательно отламывать. У меня ничего не погибло. От этого места вот они пойдут разрастаться в стороны. Некоторые покупают дорогущие сосны, которые самые обычные наши сосны, а сформирована крона просто красиво. И все. И кажется, как будто это специальная породистая какая-то сосна. А ничего подобного. Вот. Тут самое главное, что с лестницы не упасть. Вот рекомендуют руками брать и так вот отщипывать. Убрать руками и отщипывать. Оставлять не меньше трети. Эту карликовую это тоже надо было чуть раньше, чтобы она распласталась, как вот можжевельник. Вот я сегодня только первый раз ее подрезал. Можжевельник тоже буду потом подрезать, но пока не трогаю. Вот. Так, еще и кедры. Кедры очень жалко. Кедры слабые довольно-таки. Все-таки это не их стихия, Подмосковье. Вот. Кедры не буду трогать пока. Они и так густо растет. Вот этот густ. Да, я обрезаю все. Жена снизу ножницами. Я сверху обрезаю секатором. Я считаю, все это нормально. Люди отщипывают руками. Разницы практически никакой. 2-3 иголочки, если... Ну, они красоты особой вам не составят. А когда так много, у меня вон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сосен. Руками не пощипаешь. А вот 8-я сосна, еще 2 кедра. Вот кедры я пока не трогаю. Даю им развиться нормально. Нет, не буду я их трогать. Пускай растут. Они очень медленно растут. Этим кедрам уже вот 4 года со времени посадки. Вот так же я формирую и елочки. Вот елочками занялся только в том году. Надо было раньше заниматься, чтобы они покрасивее были. Ну, это все наши лесные красавицы и сосны, и ель. Вот у сосенок второй раз пришлось лазить макушечку, чтобы она не мешала, спилить прям почти на нет. Вот, чтобы розеточка была такая ровненькая наверху. То же самое залез и здесь тоже, чтобы образовалась аккуратная розеточка такая. Вот. Значит, если круглой ее делать, то надо было вот эту макушку спиливать вот на уровне где-то 1,70 м, даже 1,5 м. Тогда можно ее и кругленько сделать. Вот. Вот туик. Макушки тоже пошибал. Они уж очень жидкие макушки росли. Ну ладно, погуще, я думаю, станут. Вот, макушечки пошибал. Не трогал макушки только у тех, которые в том году ожили, которые вообще умирали, на которых одной веточке была чуть теплилась листва. Как они ожили у меня, я рассказывал, как я их спасал. Эти туйки.
Вот. Так что розеточки. Розеточки я везде сделал коротенькие, чтобы они не мешали расти вот этим веточкам. Вот. Елочки все тоже подстриг пока. Так. Окорнал. Дальше будем думать, что с ними дальше делать. Будем трудиться и наслаждаться садом. А в перерывах стрелять по мишени и метать ножи. Не нужно Сейшел нам. Не надо Ямайки. Смотри мой канал и ставь деду лайки.